дальше же это уже от вас, ваши успехи зависят, потому что с вами занимаются уже коллективы и люди. Но то, что у вас это зерно попало, и то, что оно развилось, и на такой уровень, я считаю, это, конечно, большое дело. Вот просто, чтобы это... А у меня предложение. Давайте вот это... Еще организация координации, они просто сменят нас. Я считаю, надо принять это предложение, тем более, что кастел — это вообще уникальное явление. Были раньше конкурсы в Москве, было вот у фонтана Сергея, знаете, было с приветом кастел.